здесь а чем наслаждаться, потому что Жалбек уже, говоря на сленге, извините за это выражение, в одну калитку уже обыгрывал и ввел в бой с колоссальным преимуществом. Ну и что, 20 секунд, 30 секунд, еще избиение. Это ничего бы не изменило. Поздравления, все здесь, все болельщики, все близкие, друзья, команда, наверное, тренеры, родственники, да, все приехали сюда, в Киев, вернее, под Киев, в город Боровары. И вот мы видим эту заключительную серию. Рефери останавливает бой, когда боксер пропускает много ударов и не может ответить. Вот этот момент, да, он смотрит много. Внимательно. Недоволен. В лицо, в глаза соперник. Гутьерреса и останавливает этот поединок. Ну, а вы видите уже в повторе реакцию болельщиков и главного болельщика. Фотографии на память. Ну да, все ясно. Рефери бой остановил, победа досрочная. В общем-то, не надо считать уже никакие записки. Остается только ринг-анонсеру выйти в центр ринга. Вот после этой, будем надеяться, не очень длинной процедуры. И объявить победителя и вручить пояс Заурбеку Байсангурову. Техническим нокаутом. Вы там видели на заднем плане, подбежал, а вон в бейсболке. Артур Битербиев, он тоже приехал поболеть за своего земляка. И вот те слова заветные, которые ждал долго Заур. Наконец он их дождался, он их услышал. Пояс чемпиона у него. Мы с чем мы его причем поздравляем. Очень красивый, такой яркий. Яркий, золотой. Яркая победа, хороший бесценный бой. И вот такая замечательная победа. Но наша трансляция на этом не заканчивается. Мы продолжаем наш марафон, боксерский марафон в эфире.